А это тля, у этих насекомых осенний сезон спаривания. После хорошо проведенного времени дорога у пар расходится. Самки подбирают хорошее место для откладывания яиц, чтобы вылупившееся потомство смогло потом подкрепиться. И вот проходит долгая зима. Из почерневших яиц начинает вылупляться детеныши тли. После непродолжительного времени тля линяет и тут же начинает размножение, только теперь уже бесполым способом. Одна особь производит каждые 20 минут другую особь, а спустя небольшой промежуток времени родившиеся дети производят уже своих детей каждые 20 минут. И все они питаются растениями и продолжают размножение. Как видите, скорость размножения поражает. Вот почему они так раздражают фермеров. Многие заселяют их естественного врага, божью коровку, и ситуация начинает стабилизироваться. Перед зимой тля снова поменяет способ размножения. Появятся крылатые самцы, а самки снова станут откладывать яйца.